Я крип. Ты что, меня уже вздымаешь? А что он еще там сказал? А ты что, пароль, наверное, забил, а? Не, я не знаю. А что, есть там это? Халявашный Wi-Fi? Что тут? Так я не понял, еще я Евгенчика и Маринку тоже суду. Не-не-не, вот так вот. Вот так, вот так. Ну просто немагчыма ўжо сур'ёзна ўспрымаць гэтыя суды, таму ну гэтая шыльдачка, гэта спроба проста пасцібацца, пажартаваць з гэтага суду, паказаць абсурднасць яго, калі журналіста судзяць не за тое, не за кантэнт, які ён стварае, а толькі за тое, што ён збірае і распаўсюджвае інфармацыі. Вось. І ну што мы можам супрацьстаяць гэтай сістэме, супрацьпаставіць гэтай сістэме КДБ? Ну вось толькі гумар. Солидарность. Я приехала на этот суд, поскольку я как правозащитник не согласна с тем, что статью 22.9 КОАП Республики Беларусь применяет по отношению к журналистам. Поскольку журналисты не создают СМИ, не распространяют СМИ, они лишь только собирают информацию, что соответствует законодательству Республики Беларусь. Мы имеем право, журналисты, не журналисты, собирать информацию о том, что происходит в нашей стране. Поддержать независимую журналистику. Все-таки не было Белсата, не было Радио Свободы и других независимых ресурсов. Мы бы уже давно скатились к Северной Корее. Ну почему? По-перше, надо приходить, не бояться, не быть это самое. Если бы не будем мы приходить под эти суды, мы будем тогда себя действительно считать вшивыми блохами, отморозками, пятой колонной, кем мы только не были. Потому что это повернись, пожалуйста. Назва артикула, причем дата сбыта, была 10-го октября. Это жинок. Вчера у Костуся была на суде, он сам не поехал. Значит, начальница ЖС, которая была свидетелем, говорит. Сядайте, сядайте, я тут сяду. Ну,